Альварес рассказал, когда проведет следующий бой. Сауль Альварес намерен вернуться в ринг в конце года. Новоиспеченный чемпион в среднем весе по версии WBC, в Басупер и Айбоу Сауль Альварес рассказал, что хочет вернуться в ринг в декабре 2018 года, но это будет зависеть также от рекомендаций врачей. «Я хотел покорить болельщиков. Именно это было для меня самым главным. Я победил, и это самый важный день в моей карьере. Я шел вперед и соблюдал стратегию. У меня была цель, и я ее добился. К сожалению, нокаутировать Головкина, но мне важен и сам факт победы. Мне наложили 6 швов, потому посмотрим, что скажут доктора, но хочу провести следующий бой в декабре», цитирует Альвареса ESPN Deportes. Напомним, Сауль Альварес победил Геннадия Головкина, отобрав у него 3 титула. Тренер Головкина рассказал, когда может состояться третий поединок боксеров. По материалам сайта newsgro.com.